После матчевой пресс-конференции «Родина М» «Динамо-2» главный тренер команды «Родина М» Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, ваше резюме по игре. Поздравляем команду «Динамо» с победой. Хороший соперник был, хорошая игра. Можно сказать так, всегда были впереди и обидно проигрывать 2-3. Но будем делать выводы и идти дальше. Есть над чем поработать. Обидно сразу после забитого мяча пропускать голы. Будем разбирать игру, анализировать и работать в тренировочном процессе над своими ошибками. С чем связываете, что «Динамо» достаточно быстро отыгрывалось? Я думаю, не хватало немного концентрации, внимания, то есть не могли переключиться, а «Динамо» оказывало давление и добивало своего результата. Этот матч против «Динамо», получается, соперник один из самых игровиков в нашей группе. Насколько, скажем так, приятнее играть против таких команд? Ну, всегда хорошо, приятно играть с командой, с которой футбол играет. Но вы обратили внимание, что первый там футбол, а второй немножко такое переключение на длинные передачи были. Что «Динамо», и у нас так же самое были, было не исключение на длинные передачи. И видно, было много еще борьбы, единоборств в этой игре. Ну, я думаю, наши ребята, как бы всем тренерским штабом обращали на это внимание, что «Динамо» будет за счет длинных передач играть. И мы не вступали в единоборствах. Как вам сегодняшний антураж на игре? Конечно, приятно, да, что болельщики были «Динамо» поддерживали, но и наши. Так же самое спасибо, не молчали. Я думаю, что в дальнейшем, ну, приятно играть на тех стадионах, когда болельщики, ажиотаж, накал. Я думаю, это вдвойне приятно играть как футболистам, так и зрителям. Спасибо.